Привет! Если вы досмотрите данное видео от начала и до конца, получите в конце 500 рублей бонус и много нужной для вас информации. Итак, я всех приветствую. Меня зовут Максим, но в интернете я более известен как Фортуна. Может, вы меня уже знаете, может, нет. В любом случае, познакомимся. А сейчас перейдем сразу к делу. Я думаю, вы уже не раз слышали, что в интернете можно зарабатывать. И это действительно правда. Но проблема в том, что все популярные или все продвигаемые способы достаточно тяжелые в исполнении. А еще они очень часто требуют больших вложений. Я хочу рассказать вам про простую и легкую стратегию заработка в интернете. И внимание, это не дурацкие партнерские программы, это не социальные сети, вам не придется ничего продавать, это не рассылки, не Яндекс.Дзен, Форекс, хостинги, сайты и подобные вещи. То есть, безусловно, на всем это можно зарабатывать, но это тяжело для новичков. Да и не только для новичков. Вот эти все настройки, сайты, рассылки, это долгая работа и далеко не факт, что в конце вы заработаете деньги. Скажите честно. Вы уже покупали курсы? Много денег заработали? Я думаю, не очень много, а может и вообще не заработали. И мне кажется, пора это исправить. С помощью моей стратегии, стратегии Фортуны, вы заработаете свои первые деньги в интернете уже буквально через 3 часа. 3 часа, и вот уже ваши первые 300, 400, 600 рублей. И это не сказки и даже не обещания. Это ваше ближайшее будущее при ваших грамотных действиях. Я знаю, что сейчас в наших странах СНГ тяжелая ситуация с зарплатами, с пенсиями. Я все это прекрасно понимаю. Я знаю пенсию своей бабушки, и она ничтожно мала. Там 12 тысяч, и причем это считается еще повышенное. Как могут выживать на такие средства пенсионеры, я вообще не понимаю. И считаю, что это неправильно. Низкие зарплаты – это еще одна наша большая проблема. Я такой же, как и все. Я такой же, как и вы. Я до того, как начал зарабатывать в интернете, честно вам скажу, работал на автомойке. И поверьте мне, это не самая лучшая работа. Я работал с 8 утра до 8 вечера. То есть 12 часов я работал. Оплата у меня была каждый день. Мой средний доход в день составлял 400-500 рублей. 400 рублей за 12 часов. 400 рублей за 12 часов. Конечно, были дни, когда были и 800, 900 рублей, но это был прям праздник, и это было, ну, достаточно редко. У нас не было выходных, конечно, можно было отпроситься, но отпрашивался я редко, потому что если я отдыхал, то я ничего не зарабатывал. Если ничего не зарабатывал, значит, на следующий день я ничего не кушал. Все деньги уходили на пропитание, и я просто сводил концы с концами. Вот в таком режиме, представляете, вот в таком режиме я проработал 3 года, а кто-то работает еще больше, то есть это вообще ужасно. Я безумно хотел выбраться из этой автомойки. Я хотел улучшить свою жизнь, хотел улучшить жизнь своих родителей, своей бабушки и дедушки. И у меня это получилось. Через пот, кровь и слезы, работая на автомойке в телефоне, работая по ночам дома, я нашел способ заработка, с помощью которого я зарабатывал на автомойке через телефон в первое время. Для этого компьютер или ноутбук не нужен, хватит и мобильного устройства. И когда мой доход стал 50 тысяч рублей в месяц, небольшая сумма, то я сразу свалил с автомойки и начал более подробно разбираться в данном способе. Я перепробовал много способов заработка поначалу, и в основном у них всегда одни и те же проблемы у этих способов. Первая проблема – это то, что нужно уделять много времени. Хоть вам и обещают во всяких курсах, что не нужно много времени, уделяйте 1 час и так далее, но в конце оказывается, что каждый день надо сидеть, что-то делать, что-то учить, в чем-то разбираться и так далее. Вторая проблема – это то, что нужны внушительные вложения без гарантии возврата. Это тоже достаточно распространенная тема. То есть вам говорят, купите подписку тут, потом вот в этом платном сервисе, потом здесь, вот тут, вот там. В итоге вы потеряли 5000 рублей, потратили кучу времени и еще ничего не заработали. Это ужасно. Третья распространенная проблема, это то, что тяжело, блин, работать. Я обычный человек, не компьютерный специалист, автомойщик, если вам так угодно.
Я не умею и не хочу настраивать рассылки, создавать сайты, или создавать кошелек биткоинов, или создавать курсы. И вот это все я не хочу. Мне это все тяжело. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы 1, 2, 3 сделал и тут же получил результат. 1, 2, 3 сделал и тут же получил результат. Когда долго нет результата, нет денег, тяжело работать. Потому что нет мотивации, это очевидно. Вот с этими проблемами сталкивается каждый человек, который хочет зарабатывать в интернете. Я все это прекрасно понимаю. Я все это прекрасно понимаю, потому что у меня у себя были такие же проблемы. И слава богу, я нашел способ заработка, у которых нет этих проблем. Чтобы зарабатывать по стратегии фортуны, вам не нужно много времени. Это без какого-либо обмана, я вам говорю. Хватит 15 минут в день. И это абсолютно, я говорю серьезно, не преувеличивая ничего. 15 минут, а может даже меньше. Никаких безвозвратных внушительных вложений вам не потребуется. И работа будет легчайшей. Похоже на сказку, правда? Сейчас расскажу простую схему, как все работает. Вот вы просыпаетесь, ну то есть... Там, умываетесь и так далее. Далее первым шагом вы заходите ко мне в группу, неважно через телефон или через компьютер, видите инструкции, что нужно делать в ближайший час в одном специальном сервисе. Вторым шагом вы повторяете все, что я написал в группе. Это займет минуту или две максимум. Третьим шагом вы идете отдыхать, делать свои дела, ну в общем ждете. Дальше проходит, к примеру, час, может быть больше, может быть меньше. И вы видите на своем балансе в сервисе, как вам капнуло 200, 300, может 400, а может и 1000 рублей. Далее вы опять ждете, пока я скину инструкцию, и опять делаете все то же самое. Это будет занимать каждый раз по 2 минуты. И таким образом за день, может быть, наберется 15 минут потраченного времени. А может и не наберется. Все. Это вся схема вашей работы в 3 шага. Вы сейчас смотрите, слушаете меня и думаете, что 15 минут в день без рисковых вложений, да еще и работа минимальная, почти нет, можно сказать. Ты с ума сошел? Что за чепуху ты несешь? Нет, друзья, удивительно, но это, черт побери, реальность. Те самые якобы мифы, о которых вы слышали, вовсе не мифы. И в действительности все, что я говорю, правда. И в интернете, уделяя 15 минут в день, можно зарабатывать огромные деньги. Люди, которые знают про такой способ заработка, сейчас наслаждаются жизнью. Прямо сейчас, чтобы не обманывать никого, хочу показать результаты, которых вы можете добиться. И результат я буду показывать не так, как все. Я не буду показывать, сколько я заработал. Я покажу, сколько я потратил. Потратил чуть больше, чем за полгода. И покажу, сколько вы сможете тратить и зарабатывать. Я пригласил своего друга, и он через свой телефон будет снимать мой телефон, чтобы все было честно и прозрачно. Никаких подделок, чтобы не было. Итак, поехали. Итак, с декабря 1 135 000, январь 800 000, февраль 1 500 000, март 2 305 000. Апрель 1 500 000, около 9 уже миллионов вышло. Май 2 197 000. 2 833 622 рубля. Это июнь. 1 964 000 июль. И последний август 1 871 000. Удивительно. Я, конечно, смотрел свои расходы, но не сильно вчитывался. А тут прям, ну, записываю для вас видео и как бы сам удивляюсь. Ну, собственно, вы все увидели своими глазами. Такие деньги можете зарабатывать и вы. Хотя я показал, сколько я трачу, а не зарабатываю. Зарабатываю я чуть-чуть больше, чем трачу. Надеюсь, вы уже поняли, что я не типичный продавец курсов. Я настоящий практик, и деньги у меня настоящие. Я их трачу, зарабатываю. Свои слова я могу всегда доказать своими результатами. Закономерный вопрос. Что это за способ такой? Хотя бы в какой сфере? Сейчас я дам на этот вопрос ответ. Я зарабатываю в гипербыстро растущей сфере, про которую с каждым годом узнают все больше и больше людей. Это сфера киберспорта. Интересное название, не правда ли? Для тех, кто не знает, киберспорт — это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России признан официальным видом спорта. Но
Не бойтесь. Вам не придется играть в игры. Играть будут профессионалы. Вам не придется в чем-то разбираться. Мы будем заниматься несколько другими простыми вещами. Рынок киберспорта огромен. Здесь есть много разных сфер, на которых можно зарабатывать. И на одной очень крутой сфере мы будем с вами, соответственно, зарабатывать и работать. На момент 2019 года рынок киберспорта в мире оценивается в 71,5 миллиарда рублей. Хотя год назад, в 2018 году, это было 50 миллиардов. Каждый год рынок киберспорта растет на 30-40%. И это не просто мои слова, это официальная статистика. Это можно все прочитать и проверить в интернете. Я же говорю о том, что написано в издании РБК. Можете зайти на сайт РБК и проверить мои слова. Так быстро в мире ни один рынок не растет. 30-40% в год – это огромное число. К 2022 году, по расчетам РБК, рынок киберспорта в мире будет оцениваться в 117 миллиардов рублей. И каждый год он будет расти с еще большими-большими темпами. Вот в этом быстро и динамично развивающейся сфере я предлагаю вам заработок. В одной из сфер киберспорта я работаю и зарабатываю неплохие деньги, как вы уже убедились, посмотрев мои расходы, сколько я трачу. О том, в какой сфере я зарабатываю, по понятным причинам я не скажу. Об этом узнают только те, кто продолжит со мной работать и захочет зарабатывать так же, как и я. Вместе с тем, как растет рынок киберспорта, расту я и мои ученики. И с каждым годом я вместе со своими учениками зарабатываю все больше и больше, потому что в рынке денег становится все больше и больше инвестируют в киберспорт. Все больше и больше люди тратят на рынке киберспорта, поэтому и мы растем. И мне кажется, каждый хотел бы запрыгнуть на этот, даже не поезд, а ракету, которая унесет вас в счастливую, достойную и богатую жизнь. Итак, про то, в какой сфере, в каком рынке я работаю, я уже рассказал. Теперь еще раз хочу повторить, по какой схеме вы будете работать. Если быть до конца честным, вы даже работать не будете. Вы просто повторите пару действий, которые я буду выкладывать каждый раз в своей группе. Итак, первое. Вы заходите ко мне в группу, видите инструкции, что нужно делать. Второе. Вы повторяете все, что я написал в группе, заходите через компьютер на специальный сайт или же скачиваете удобное приложение для телефона и делаете действия там. Третье. Вы ждете результата. Вот эти три пункта выполняете в день 3-4 раза и зарабатываете от 500 рублей до 30-40 тысяч рублей в день. Очень просто и легко. Никаких подводных камней. Поначалу мне тоже было тяжело в это верить, но потихоньку я привык к хорошей жизни, к хорошему заработку, большим тратам. Уверяю вас, вы тоже быстро привыкнете. К хорошему быстро привыкают. Как вы видите, действия достаточно простые. Стратегия фортуны не требует никаких знаний, навыков и времени. Наша с вами первая минимальная цель – заработать за 30 дней первые 50 тысяч рублей. Эти небольшие деньги. И я с большой радостью вам сообщаю, что такие минимальные средства я вам могу полностью гарантировать. Так как это не продажи, не рекламы. То есть повезло, продали, не повезло, не продали. Здесь такого нет. Выполняя все, что я вам говорю, невозможно не заработать. Причем самое приятное, эту цель вы начнете выполнять с первого дня приобретения стратегии фортуны. В первый же день вы после просмотра полуторачасового курса начнете зарабатывать. Сразу в первый день минимум 300-500-600 рублей вы положите себе в карман. Я не знаю, какие у вас есть проблемы в жизни, но я уверен, что с помощью денег вы сможете решить 90% ваших проблем. Поверьте мне, деньги решают очень много проблем. Если у вас есть деньги, вы сможете и здоровье поправить, и помочь родителям, и помочь себе, помочь своей семье, отдохнуть и, в общем-то, решить все свои проблемы. Только где достать такие деньги, которые решают столько проблем?
Решение вашей проблемы – это стратегия фортуны. Вот тут вы можете достать те самые деньги, которые смогут решить ваши проблемы. В стратегии фортуны 8 коротких конкретных видеоуроков. И весь курс вы сможете посмотреть за 1,5 часа. Очень понятным языком я разжевываю материал и даю его вам. Понять и повторить сможет младенец. Приобрели курс, уделили 1,5 часа времени его изучению, разложили все у себя в голове, пошли и тут же заработали. Вот что такое стратегия фортуны. Итак, вы поняли, что мы работаем в сфере киберспорта, вы поняли, что это работает и зарабатывать деньги действительно можно. Вы поняли, что это достаточно просто, достаточно делать 3 шага и уделить 15 минут времени. Теперь, что делать конкретно сейчас? На выбор я даю 3 пакета, чтобы стартовать. 3 пакета, чтобы преобразовать вашу жизнь. И вы должны выбрать один из этих пакетов. Первый пакет – это пакет минимальный. В пакет минимальный входят 8 стандартных уроков в HD-качестве, дополнительные материалы, то есть нужные ссылки, контакты, сервисы, в общем, все необходимое для работы. Далее входит доступ в общую группу, где я буду размещать информацию для работы. Также в пакете есть техническая поддержка, но только по почте. Поддержка в этом пакете отвечает до 48 часов. Пакет минимальный подойдет тем, кто уверен в своих силах и в том, что он один сможет справиться с данной работой, иногда прибегая к какой-то помощи. Ну а следующий пакет – это уже премиальный пакет, то есть он уже более высокого уровня. Называется он пакет премиум. Туда входят 8 стандартных уроков в HD-качестве, дополнительные материалы, доступ в общую группу, техническая поддержка по почте, ВКонтакте и в Телеграме. Ответ в данном пакете дается до 12 часов. То есть в течение дня вы обязательно 100% получите ответ. Также, ко всему прочему, в этом пакете вы получите чек-лист 7 способов заработка на киберспорте. Если вы помимо того способа, про который я вам расскажу в курсе, захотите еще как-то заработать на киберспорте, этот подробный чек-лист поможет вам выбрать один из методов заработка. Очень крутой чек-лист с подробными разъяснениями. Помимо чек-листа, вы еще получите дополнительный 9-й урок, также в HD-качестве, в котором я очень подробно объясняю, как я формирую действия для сервиса. То есть те действия, которые я даю вам ВКонтакте, как я их формирую. То есть как они у меня получаются. То есть посмотрев данный урок, вам не придется ждать моих указаний в группе. Вы сможете сами по определенной методологии, разработанные мною, работать без меня, без моих указаний. Да, здесь придется реально уже поработать, не 15 минут, дольше намного, вам придется набраться опыта, понять систему, но если вы это сделаете, ваш заработок увеличится в 30-50%, это вот среднее число. И это не цифра из воздуха, ни в коем случае, это опрос 20 моих учеников, 10 из которых работают только по моим указаниям, а 10 работают сами по моей технологии. То есть 30-50% в среднем те, кто работает по моей технологии, посмотрели 9 урок, зарабатывают больше. То есть это весьма весомо. Этот 9 урок делался от души, и туда я вложил максимум своих знаний. Пакет премиум подойдет для тех, кто любит работать с поддержкой в любом месте, и в социальных сетях, и в почте, и везде. Кто готов работать до результата. И для тех, кто в любой момент готов работать дальше, развиваться дальше и зарабатывать больше. Вот для таких людей подойдет пакет премиум. Следующий премиальный пакет, самый лучший, я считаю, это пакет роскошь. Туда входят 8 стандартных уроков в HD-качестве, дополнительные материалы, доступ в общую группу, техническая поддержка по почте, ВКонтакте и в Телеграме. Ожидание ответа в данном пакете до 4 часов, то есть в течение 4 часов вы уже получите ответ. Для людей, взявших данный пакет, мы отвечаем максимально быстро. Обычно ответ приходит в течение плюс-минус часа, то есть поддержка на гипербыстром уровне. Также в этом пакете вы получите чек-лист 7 способов заработать на киберспорте, 9-й дополнительный урок в HD-качестве про самостоятельную работу. И помимо всего этого, вы получите доступ в закрытый клуб
Фортуны, где будет премиальная информация и премиальное задание, на которых вы заработаете еще больше. Для выведения статистики я опросил 10 участников из открытой группы и 10 из закрытого клуба. В среднем участники закрытого клуба зарабатывают на 20-30% больше, что является очень хорошим показателем, и над ним мы продолжаем работать. Вот такую крутую вещь вы получите в данном пакете. Но самое крутое, что есть в данном пакете, это моя личная поддержка. То есть люди, которые берут пакет «Роскошь», я курирую лично и лично довожу до результата. Я буду работать с вами как во ВКонтакте, так и в Скайпе. Если что-то технически вы не поймете, или вам нужно будет что-то показать, или мне нужно будет что-то показать, или вам нужно будет живое общение, то есть я с радостью с вами поговорю в Скайпе. Ну а если прям не втерпёшь и надо срочно решить какую-то проблему, то вы всегда сможете позвонить мне на телефон, прямо мне. Я всегда на связи. Ну, пожалуйста, звоните где-то с 9 утра там до 9 вечера, чтобы все было хорошо по московскому времени. Вот. Теперь вопрос о цене. Цена пакета минимальный 2980 рублей. Пакет премиум 4580 рублей. А пакет роскошь 8980 рублей. Цены я постарался сделать максимально низкими, несмотря на очень высокую реальную ценность продукта стратегия Фортуны. Ведь за эти деньги вы сможете до конца своей жизни зарабатывать столько, сколько я показал на видео в телефоне, а окупите вы свои вложения буквально в первые 5-8 дней. Но, вспоминая свой заработок на автомойке, вспоминая пенсию своей бабушки, я понимаю, что даже такие небольшие деньги достаточно весомые для многих жителей России, Казахстана, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Если бы мне, когда я работал на автомойке, сказали, что у меня есть такой вариант изменить жизнь и наконец жить по-настоящему, я был бы счастлив. Но, увидев цену, я бы не смог даже за эти малые деньги согласиться на это предложение. Поэтому специально для вас я делаю невероятную по своим масштабам скидку в 50%. То есть вместо 2980 рублей пакет минимум будет стоить всего 1490 рублей. Пакет премиум 2290 рублей, а пакет роскошь 4490 рублей. Представляете, какая у вас есть возможность с такой огромной скидкой заиметь те знания, к которым я шел годами, работая втихую на автомойке в телефоне и по ночам. Я очень долго искал такой способ заработка, в котором результат моментальный. Вы тоже нашли такой способ. И, вероятно, быстрее, чем я. С чем я вас и поздравляю. Ах, да. Помните, в начале данного видео я говорил вам про бонусные 500 рублей. Если я что-то сказал, то я должен это выполнить. Пожалуйста. Ваши бонусные 500 рублей я дарю вам в виде еще одной скидки к уже имеющимся 50%. Я добавлю ваши скидочные 500 рублей на все пакеты, и таким образом цена становится за пакет минимальный 990 рублей, за пакет премиум 1790 рублей, а за пакет роскошь 3990 рублей. Это просто максимум возможности. Но это возможность только для самых быстрых и для людей, быстро принимающих решения. Потому что именно такие в приоритете у меня. И именно такие люди мне нужны для работы. Поэтому на данном сайте стоит таймер, который указывает, через сколько времени сгорит первая скидка, а через сколько вторая. Скидочные 500 рублей сгорят через 12 часов после просмотра данного видео. Скидка в размере 50% сгорят через 24 часа после просмотра данного видео. Вот скажу вам честно, мне жалко отдавать курс с такой огромной скидкой, да еще и с бонусом. Но было бы нечестно забирать у вас такую крутую и доступную возможность начать новую жизнь. Ведь с помощью нашего курса уже через 1.5 часа вы будете владеть всеми навыками для заработка на киберспорте, а через 3-4 часа заработаете свои первые 400, 600, 800 рублей через интернет.
Поэтому все, что я могу сказать, не тупите и действуйте. Была бы у меня такая возможность, когда я работал на автомойке, господи, я просто зубами бы вцепился за них, честно. Сразу отвечу на часто задаваемый вопрос. Это если ты столько зарабатываешь, зачем об этом рассказывать, зачем это об этом с кем-то делиться, зарабатывать тихую и все. Хороший вопрос, я на него отвечу. Итак, во-первых, это, как ни странно, желание помочь людям. Я хотел бы помочь именно вот каждому человеку. Вот вы смотрите данное видео. Вы хотите лучше жить? Вы хотите быть финансово независимым? Хотите? Я понимаю. Я тоже хотел. Если вы разрешите, если вы примете решение, то я вам с радостью с этим помогу. Если бы я мог, помог бы каждому человеку, каждому посетителю данного сайта начать зарабатывать вот на таком легком способе. И если вы примете решение преобразовать свое выживание в сладкую, крутую, насыщенную жизнь, я с радостью вам с этим помогу. Это первое. Во-вторых, почему я с этим делюсь, это моя эгоистичная цель. Ну, каждый человек по сути своей является эгоистом, я не исключение. Это заработать еще больше, чем сейчас. Потому что конкуренции тут нет. От того, что я вас научу зарабатывать, я меньше зарабатывать не стану. Наоборот, заработаю больше. Логично? Логично. Но заработок денег на курсе стоит далеко не на первом месте. Если бы это было так, никаких скидок, никаких бонусных 500 рублей я бы вам не давал. Просто я хочу перед вами быть честным и открытым человеком. Я рассказываю все как есть. Также о курсе, его создании, моей мотивации его создавать. Вы сможете прочитать ниже на данном сайте. Я очень подробно все рассказал о себе, о том, почему я создал курс, для чего и так далее. А все, что вам надо сейчас, это принять решение, приобрести стратегию фортуны, не откладывая это ни на секунду. Прочитайте всю информацию на данном сайте. Ознакомьтесь с отзывами, счастливчиками, которые уже зарабатывают, с гарантиями, которые у нас есть и которые мы вам даем. Если вы от начала и до конца посмотрели данное видео, достаточно длинное, значит вы действительно хотите зарабатывать. Это круто. Я вас поздравляю, вы большой молодец. Действуйте и приобретайте стратегию фортуны прямо сейчас. А я желаю вам хорошего дня, здоровья, счастья. Спасибо вам. Пока.